Друзья, здравия, чудесного дня. Встречаем восход солнышка. С вами Майтрей. Это Дахаб, Египет. Чудесное время, чудесное место. И всем во благо. Самое важное, наполняемся любовью и счастьем, потому что счастье – это момент настоящего времени, сей части. И живя в гармонии, по совести, соединившись с Высшим Я, происходит трансформация, преображение. И солнышко – это его символ. Оно встает и дает нам силу, гармонию, радость жизни. Во благо для всех существ. Приятно утром проснуться, еще до рассвета, наполниться любовью, счастьем, сделать практики, написать стихи. Это самое лучшее время. Как говорят, даже кто рано встает, тому Бог дает. Дает, наверное, самое важное – это прозрение, это преображение, это счастье. И я желаю вам счастья, друзья, любви, гармонии, осознанности. Давайте будем вместе наполнять этот мир любовью, счастьем и гармонией. Чтобы мир был светил. Чтобы он светил нам, а мы светили ему и наполняли любовью. Потому что мир – это отражение наших мыслей, наших желаний, наших намерений. И как, что мы вкладываем в этот мир, то и получаем. Если мы будем вестись на страх и пропаганду, вот одно так и будет. А если мы будем создавать мир радостным, счастьем, счастливым, гармоничным, а вот и солнышко. Оно уже выходит из-за горы и наполняет мир любовью. Мы согреваем его, а оно согревает нас. Поэтому наполняемся любовью, друзья, не ведемся на пропаганду. Чудесные мысли озвучены в книге Анастасия Владимира Мегре. Наше общество будет счастливым, оно будет сообразным, живым, природным. И мы будем это общество строить вместе, нашу новую цивилизацию, гармоничную, радостную и счастливую. И вместе, друзья, самое главное в объединении. Выезжайте на природу, наполняйте пространство любовью, создавайте автономные дома, поселения. И пусть благо всегда будет с нами, с вами, со мной и с каждым из нас. Я благодарю вас и желаю чудесного, гармоничного и радостного дня. Во благо!